Федеральный архив, накопившийся за десятилетия работы, это наша с вами память. Вместе с ГТРК выросли целые поколения. И сегодня у нас и у вас, телезрители, есть возможность вернуться в прошлое. Мы предлагаем вашему вниманию отрывок из кинохроники. На этих кадрах открытие в Абакане первого детского кафе. Октябрь 1986 года. Как и положено, организовали настоящий детский праздник. Малышей угощают мороженым и коктейлями. Если вы были в числе счастливчиков, которые побывали на открытии лакомки или узнали своих знакомых, звоните к нам в редакцию. Также, если вы уверены, что однажды попали в объектив видеокамеры, сообщите. Мы попытаемся найти уникальные кадры для вашего семейного архива. Телефон нашей редакции прежний 22 72 82.